Что за флаги не увидел? О, да ты что? Пооткрывать бэпаки, достать крутых игроков. Нужны монетки? Вы можете найти их у Макса Хантера. Лучшие цены, быстрая доставка. Ссылочка в описании. Всем привет, с вами Ёжик, и пришла пора забирать свои награды за Weekend League, первую Weekend League июня. Первая летняя Weekend League, которая далась для нас с трудом. Элита 1, всего лишь, как обычно, мы все-таки любим видеть здесь, на этом канале, паки за топ 100. Но постараюсь в следующий раз. В этот раз не получилось, но зато поиграл с множеством красных карточек, красных информов. 125 тысяч монет и 2 пака за 100к, это тема привычная. Но теперь у нас вместо игроков из команды недели будут ТОТС карточки. Офигенно! На всякий случай взглянем на команду недели. Вдруг в паке за 100к кто-то вылетит. И если что, я хочу Видаля и Мхитаряна. Больше ничего. Что касается ТОТС карточек, то в меню у нас сегодня португальская лига, мексиканская лига и, что самое главное, это французская лига. Поэтому они дают по 2 тотса вместо 3 информов. Лайк за щедрость. Интересно, сколько теперь будут давать за топ 100? Будет сейчас очень обидно, если французскую лигу не дадут, а дадут там мексиканскую, португальскую, каких-то пиксельных бомжей. Открываем паки за 100к. Первый из них, как обычно, вот этот посерединке, он переносит нам волкаут. Да, блин, микрофон задел. Хорошо, что? Что-то такое из себя. Чех. Ха-ха, конечно. Манолас, Чичарито, Манджукич, Велла, Савич, Гуни. Нормально, начало положено. Волкаут был. Давай еще один. Конечно, еще один. Воу, информ. Фиксальный информ, но тем не менее 10 тысяч монет. Валерий, Белларабелли, Штайнер, Вивиано. Надеемся, что будет что-то хорошее, потому что если зажали, тот с карточки. Еще здесь дерьмо, то ну его в жопу. Открываем первый пак. Волкаут, давай французскую лигу, брата, давай, пожалуйста. Лаги. Италь, Верати, 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 давай, Верати. Хорош, ха-ха, Верати, Верати, Верати любит меня. Любит меня Верати, 350 тысяч монет. Я недавно смотрел, потому что на стриме еще кто-то написал, что ёж, мол, Верати тебя любит, сейчас по-любому пойдет. Я такой, да ну нафиг, не верю, потому что он стоит 350 тысяч, и за что мне будет сейчас такая щедрость? Но нет, он выходит, Верати, это тот случай, когда я могу радоваться именно этой карточке, а не то, что тогда мне информ вылетал ненужный сначала в сумасшедшей команде недели, затем красным информом не нужен, а сейчас вот нужен. Спасибо большое, Верати, это то, что нам нужно. Офигеть! У меня есть Маркиньос, а может быть не продавать? Но знаете что? Он ростом на 4 сантиметра ниже, чем Канте. Что-то это не очень. Смотрим, кто еще в этом паке. Тоже неплохо! Сиприен! Вау! Вау, посмотрите на мой скилл! Ху-ху-ху! Это просто жесть. И Сиприен, еще 80 тысяч, но посмотрите на его скиллы, очень симпатичные. Все, выше 80, это очень даже круто. Фух, еще один пак, еще 2 тотса. Давайте еще один волкаут. Волкаут, хорошо, давай сюда. Что за флаги не увидел? О, да ты что? Поляк? Глик. Сколько он стоит, я не знаю, но все равно... Офигеть просто какая щедрость. Я беру свои слова обратно за то, что они зажали. Нет, они щедрые, блин. Офигеть. 94 игра защиты, 92 физуха, 69 пейс. Я думаю, это игрок где-то на 1100 должен быть. Вау, Фабиньо, да ладно. Я в шоке. Я двойной волкаут в паке с двух карточек. Ха-ха. Ничего себе, Фабиньо! Да вы что? Капец, давайте смотреть на трансферную стоимость. Я в шоке. А, глик такое. Вот это я понимаю щедрость. Вот это спасибо большое. Я реально сейчас не знаю, что делать с этими карточками, потому что... очень даже хочется с ними поиграть вместе. 3 волкаута из 4 карточек, друзья. 3 волкаута. Да, глик стрёмный волкаут. 45 тысяч. Но, друзья, Верати... 350к, Фабиньо 150к. В принципе, если продать всех, то я получу за эту Weekend League примерно 800 тысяч монет. 800 тысяч монет! На самом деле, я не знаю, что делать с Фабиньо, Верати, Сиприеном. Глик, понятно, продаю. Сиприен, наверное, тоже продаю. И Верати, скорее всего, я продам. Я должен почитать ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Я же думаю, что Фабиньо
может получить реальный шанс. И если все-таки дать шанс Фабиньо, то состав будет выглядеть таким образом, я думаю. Если же вариант посерьезнее, то Дела Алли вернется в центр, Кайл Уокер справа, в воротах ДХА, и здесь либо Давид Луис, либо Аспиликуэта. Ну, если Давид Луис, то, конечно же, Куртуа в воротах, а не ДХА. На сегодня все, с вами был Ёжик, благодарю вас за внимание, желаю удачи вам в ваших паках, в ваших наградах, увидимся в очередной Weekend League. Если видос и эти замечательные ТОЦ карточки в паках вам понравились, ставьте лайк обязательно. До встречи и всего хорошего.